Мы должны больше фокусироваться на эффективности. В нашем секторе характерным чрезвычайно высоким уровнем конкуренции, низкой загрузкой мощностей, принципиально важно быть разумного размера и иметь высокую рентабельность, высокую доходность, низкий уровень долга. И все это достигается за счет, прежде всего, хорошей работы с клиентами по повышению степени их удовлетворенности. Мы далеки от идеала, но мы ставим себе такую задачу и движемся в направлении реализации. Нужно снижать издержки.